Добрый день, меня зовут Анна Леор, и я продолжаю видеообзор удивительных книг, прочтение которых делает нашу жизнь не только интересной, но и в первую очередь помогают понять себя, свою жизнь, и как все, что есть во мне, и плохое, и хорошее, я могу гармонично соединить с окружающим миром. Ну, желательно, чтобы в этом объединении не было пострадавших, а я и мир остались в выигрыше. И сегодня я хочу открыть для вас книгу Михаила Лайтмана «Постижение высших миров». Это действительно особенная книга, одна из первых по науке Каббала, которую я прочитала, вернее, пережила, потому что тексты этой книги направлены не на разум, а на сердце. Она вот это вот труднодоступное место, куда очень тяжело добраться, достучаться в обычной жизни. Эта книга дает возможность каждому читателю прочувствовать собственную реакцию на главный предмет исследования этой книги – отношение к Создателю. И по мере осознания, что ты находишься в этом процессе, по мере величины желания, которое растет, выстроить эти отношения, ты вдруг начинаешь чувствовать, что, оказывается, он тоже к тебе как-то относится. И вдруг появляется уникальная возможность строить свою жизнь уже вместе с ним. Ну, это уже совсем другая жизнь и другая реальность.